Так я ж сказал, предупредил. Так, ну через сколько-то он запустится, поэтому все нормально будет. Через 1,5 минуты. Надеюсь, мы ЦБ не пропустим. Не, не пропустим. Ну, я тоже на это надеюсь. Кокерка точно не убьют. Кентавр против Пака. Скупить нечего. Аппарат Леон Вивер против Урсы у Райт Кинга. Все лезть не будут. Сейчас, 20 секунд и запустится стрим. Ой, сейчас кента-то чуть не убили, ё-моё. Нет, надо на стриме, подождите, ребята, не торопитесь. Так, все, сейчас еще 5 секунд. И должно запуститься все. Пак тут обновляет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Блин. First Blood. ФБ нормально, мы, по-моему, успели. Да, как раз стрим запустился и... А смотри, они Рошана бьют уже. Так, стрим запустился, я ставил задержку на стриме. Вот, поэтому извините, если кто провтыкал фестблат, он на миду у нас тут был. Убил Пак Кентавра. Ну... Смотри, сейчас еще Рошан. Вот, о чем говорится, под Райт Кингом Урса просто набивает стайки и убивает за счет пассивочки. Не, не пропустим. Я тоже надеюсь. Ну. Пак идет чекать все. Ну уже поздно. Ну да, уже поздно. Чуть пораньше и, наверное, может быть, успел бы соворовать Аегис. Ну, задумка получилась, все нормально. Ну да, теперь можно тимковать, но все равно не настолько. Леон аппарат это такое. Не наказать могут. Правда, аппарат почему-то первого левела. И вот. Урса пошел. Стан от Ред Кинга по Леону. Клэп. А, клэпа нет. Раз, два, три. Ну еще тычку надо. Да, еще тычечку. Ну тут подблочит сейчас Вивер, поэтому нормально все должно быть. Ой, Леон опасный. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас Аегиста могут потерять. Ну ладно, Урса вроде убегает, или нет? Да, убегает, все нормально. Вот аппарата бы еще айспав. Точнее, Колдфилд. Я про это 10 лет не играл. Ну, кентавру тут тяжело стоится на миду, я смотрю. Ну как, ну он, конечно, убивает крипов, но блин, очень мало. Блин, вот зачем стан на двоечку? Можно было вкачать на единичку и пассивку. Было бы больше пользы. Пак тебя бьет, и ему также в лицо прилетает. То есть тебе не нужно подходить и бить его. Во-первых, у нас веник находит хосту. Ну и что, он вот, к нам побежит с ним? Вот мне нравятся вот эти вот два варда. Просто отлично. Да-да-да. То одни все решили... Сейчас будет врыв на клокверка вверху. Ну, его будет тяжело убить, конечно, у него. Или... Хотя, смотри, хоста же, под хостой убьет, наверное. Я не сейчас сам умрет. Нет, хил, но не успевает. Нет, не прокатило. Думаю, как я сейчас был доволен. Так, Пак берет ПТшечку уже. Так, и Гейт у нас Radiant, да? Да. Да, и Гейт это Radiant, и Дайр это LNK. LNK команда. Наверное, на всякий случай сейчас будет держать поближе заявочки все. Да, ребят, если кто смотрит, все, кто еще, кому предстоит играть, или кто там, не знаю, вот если тут нападение на Вивера, то Уса. Неплохой стан по двоим. Аегис убьет. Аегис минус. Убьют его еще раз? Стан сейчас откатится. Да, стан откатится.
Но на Колдфилд нет мана. Ну, надо было, мне кажется, как-то поближе стоять под блок. Могли подблочить Урсу тупо, мне кажется. И тут было трое против одного. Урсы нет клэпа. Ну, блин, чувак. Я не люблю такую Урсу, которая стоит на лайне и не качает клэп. Покупает он себе Морбит маску. Тяжело, конечно, тут двум милишникам стоять на этой линии. Блин, ну лучше было бы вкачать клэп на троечку, второй, третий по единичке, было бы гораздо больше пользы. Подходишь, Райт Кинг стан, клэп и погнали. Ну мы не знаем, на самом деле, что за уровень у ребят, поэтому, ну как бы... Да, ну может быть у них задумано так. Да, это незнакомые для нас команды на данный момент. Я думаю, что более-менее знакомые ребята начнут появляться ближе уже там к финалам или... Так, или хотя бы там в серединке. Снизу находит иллюзию. Его видят. Да, а, ушли под таврку. Сейчас сюда придут иллюзии. Ну смотри, купака по криптату все очень классно. 44. 44 крипа. На 10. Да, Кен 9-0, он проигрывает, конечно, в салат. Но нет ничего. Не знаю, странно, они по линиям разошлись. Я, может, что-то не понимаю в этой доте, но... Ну, мне это кажется странным. Ага, вот, вот он план капканный. Тренд выходит в Радианс. Наверное, 100%. У него же 2000. Может, а Блингдайер? Или нет? Не. Армящий тренд, и тогда это, я думаю, точно Радианс. Ну да, это интересная задумка, потому что он будет достаточно ранним у него, видимо, если он его, конечно... А нет, ну блин, Дайгер, смотри-ка. Ну, Радианс, кстати, да, я согласен, но он бы здесь лучше зашел, скорее всего. Ну, хотя вот с первой ультой и с Дайгером таким вот очень быстрым, можно пытаться уже кого-то забирать. То есть ему надо сейчас, наверное, куда-то лететь вниз там, скорее всего, да? Пацаны, ну... А, блин, у меня все, походу, не прижимается больше, ай. Ну... Вот, я тебе сейчас нарисую. Вот это вот. Бежи, чудо, домой. В смысле, а что такое? Вот, ну, вот это вот. Вот этот курьер. Как тебе на 8 минуте? А, ну да. Это говорит о многом. Какие-то проблемы через альт, когда. Ой, смотри, забрали веника. Это кого там сейчас ловили, я не пойму. Ладно, пока. Неважно. Ну, Веник умер, как бы... Вот, как я говорил, тренд с Даггером быстрым прибежал вниз. Сейчас будут ловить вот эту троицу, тренд. Взрыв, ульта. По двоим. Хорошо. Вивер минус. Только вот. В Райт Кинга вот тоже. Видишь, в чем прикол у Райт Кинга? Пока да, он встает, да. У всех очень долгое замедление. Очень, ну, хорошо. И минус 3. Шикарная реализация вот этого быстрого Даггера, я считаю. Да, и сейчас можно... Забрать Т1, попробовать, по крайней мере. Урсы сейчас уже появится Владимир, но я бы собирал что-нибудь другое. Тут можно собирать уже сатаник. Еще что-нибудь. Ну, мне кажется, рано сатаник толстит ему. Ну, можно было бы начать с какого-нибудь Амом разбирается, интересно. Ой, я не знаю даже. Что-нибудь на дамаг надо, пока для начала, мне кажется. Или может БКБ. Или может БКБ лучше. Потому что контроля там много достаточно. Хотя нет, так не особо. Нет, в принципе много, да. Ну вот сейчас тут все улетают снизу. Свою задачу они выполнили. Снесли таверку, сделали минус 3. Сейчас идут вверх оттушивать. Потому что там так, пак пришел. Так, появится где-то через, наверное, минутку. Раз будет 8 минут. Ульта у Трента уже откатилась, сейчас смотрим, возьмет хосту и будет врываться, да, просто и, наверх. Да, и снова пойдет наверх. Вот тут КД у него. Кент. Там по баку. Бак минус. И Трент. Ну это убьют, уже как-то убьют, слишком убьют, легко пошло. Убьет. Кент совершает даблкил. Ну неплохие командные действия от L&K команды. А ребята просто сказали, мы будем ходить в пятером, окей. Да. Ну, кура все еще. Ну да, вот курьер это, конечно, я думаю, фейл. Все еще бегает на своих четырех.
Кабан. Это задумка, просто у них вся голда просто рассчитана, чтобы... Ну вот, я не знаю, я думаю, еще фейл в том, что Леон и аппарат находятся по-прежнему внизу. То есть у них пустой лайн, либо они сейчас будут размениваться таврами, либо им нужно срочно лететь на топ. Пак, ой, Кент, ульт. Ну что-то он... Пак, сало. Так, ой, неплохая ульта. Хорошо, ульт подвоим. Пак уйдет. Пак уйдет, ну, главное, что кентавр выжил еще. Потому что он там тоже был очень битый. Пак. Арба, сало. Забирает веника. Один в один. Ну, такое. Слушай, а сейчас потеряют. Ну зря они тут остались. Ой, какой битый тренд, минус тренд. Пак неплохо отыгрывает, все битые просто. Еще врыв Клокверка хороший. Это будет минус кентавр. Баланки еще много потеряли, минус 2 и минус Т1. Но зато они апнули Куру. Вот она летит такая, на крылышках уже, слава богу. Не-не-не-не-не, им не нужно было апать Куру. Как только они апнули Куру, у них все пошло не так. Точно, все дело в Куре. Ну, тем временем еще на боте снесли Таврику. ДДшечка. Так, вивер полторы. Так, да, наверное, Нетворс уже надо врубить. Пака Даггер 2000. То есть, ну, в Хекс. Можно выходить в Хекс. Точнее, даже нужно, я думаю. Против Урсы. По графикам небольшое преимущество у Резиантов на 1000. По голде тоже. Ну, хотя нет, для этого, для этой минуты, для 12, в принципе, это уже такое. Достаточное преимущество. Да не, это, я думаю, буквально одна драка и все. Ну да. По голде уже 2000. Обновились графики. По XP тоже где-то 1500. Ну, все летят вниз, сейчас внизу какой-то врыв будет. Четверо. Есть ульты у кента. Радкин пошел. Ну, дерева нету только. Да. Без дерева тяжело врываться, тем более пока у кентавра нету даггера. У него будет вообще даггер у кентавра-то? Рошан есть и понимают, это ландкей. Пак тоже чекает, понимает, что есть Рошан. Ну пошли бить Рошана, тяжело кентавру без даггера. Ну, у парня это есть... парк, который все палит прекрасно. Да, все видели они. Сейчас главное под ультой пака можно ворваться, вот, наверное, да? Нет? Пак. Нет, пока не врывается пак. Ракетки. А, они не заберут, все. Вот Барт вот этот просто. Ой, палит, сейчас Барт. Сейчас просто ульту ему. Болтфилд. Умирает. Ну, его сейчас нужно врываться. Алик. Дерево только подбегает. Леон. Ой-ой-ой-ой. Убивай. Минус 3 минус уже. Минус 2. Кент. Это будет тимвайп? Да, это будет тимвайп. А потому что не было трента. Минус 5. 5 в 1 и... Нет, Рошан навряд ли они заберут. Даже не пойду. Ну да, у них некому танковать особо. Сейчас был фейл. Без трента им нет смысла лезть вообще. Сейчас уже и аппарат получил 6-й. И он моментально разрядился в веника. Ну посмотрим, чем ответит команда LNK. Пока ИГ достаточно уверенно ведут. Уже очень большое преимущество достаточно по голде и по XP. Вот после этой драки как бы там 5 в 1. Сейчас на топе планируется какой-то врыв. Надо осторожнее быть Паку и Клокверку. Потому что даггер ульта есть. Вверх, вот. Пак. Ой, рановато дал ульту.
Да-да-да. Ульта веника. Сейчас, слушайте, их сейчас разберут еще здесь вдвоем-то эти ребята. Аппарат. Попадает ультой в кента. Дерево. Разменялись. Ну, Пак жив пока. Ну, очень хороший размен. Пак жив, а Клоберг в соло убил троих. Да-да-да. А сейчас еще Пак, смотри, кентавра заберет. Что творят ребята? Просто это был фейлганг. То есть они вчетвером. Ой, хорош. Заэвейдил еще стан. Да. А еще арго. Арго. Ну, побоялся. Там нет ульты. Там 9-й левел. Арба. Так, он тебя услышался нормально. Пошел. Орб. Раз, два, три. Отлично, минус. Для уверенности еще утонул аппарат. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего там такое? Что тут? Раз, два, три. Догон третий упак. А, ничего себе. Ну, это походу по фану сейчас пойдет. Ну, ребята уже почувствовали просто свое преимущество. Сейчас еще будет четвертый догон. Ну, главное это все не упустить. Потому что догон это такой. Догон можно пережить. Хоть кое-как, но перетерпеть. Умирая, купить БКБ. Все, от догона будет никакого толку. Ну, то ульта, аппарат, хекс. А нет, это ракетка летит. Ракета, ракета. Вот, вот так, четвертый догон. Не, Пак очень хорошо отыгрывает, просто, мне нравится. Бир, Дизоль. Ну, Дизоль неплохо, сейчас он будет неплохо там дамаги выдавать. Ну, все хорошо пока у команды ИГ. Даже более чем хорошо. Был Вивера сет какой-то, судя по всему. Странно, непонятно. Пушат ЛНТК сейчас топ. Стягиваются сюда команды ИГ. Пак. А Пак сейчас прокаста может убить. Может. Да. Надо ульту давать. Вот. Ульта аппарата вошла. Ой, хорошо. Ну сейчас кентавр точно убьет. Кентавр тоже встрял. Все, отлично. Ну, неплохой тимплей показывает команда. Да, что это было, ну так... вот, правда, хукшот походу лишь. ГГ уже пишут. Да, ну, ГГ. ГГ так ГГ. Так, сейчас трон у нас рухнет сам, да, по идее? Да. Да. Ну и поздравляем команду ЕГ с первой победой в этом турнире. Команда ЛНК вылетает у нас в сетку лузеров. Для нее еще не все потеряно. Ребятам нужно собраться. Да, Пак хорошо отыграл очень. Да, Пак как я. Игорь, по сути, вообще ничего не делал. Да-да-да. Так, ну так. Нас нужно следующую игру выбирать. У меня там уже куча людей. Капитаны в друзья, по идее, мне должны были добавиться. Делаем его вот так вот. Сейчас, я думаю, у нас эта игра быстро закончилась, поэтому я думаю, у нас есть еще время. Да, это, походу. А вот NovGames это уже отыграли. Да? Ну, не знаю, сам же сидит игру и смотрит. Либо его кикнули. Они играют первую игру или они сразу во второй тур там прошли? Они, да. Они играют, точно, по типу Бастард или что-то такое там, какая-то команда. Спрашивали, когда начинать игру самому или мы должны написать этот старт. Это уже проморгал. Я думаю, на NovGames прошли дальше. Ну, я тоже так думаю, но посмотрим. А там сеточка не обновилась у нас? Так. Ну, да, 38 на 5.
Там геймс 14 минут. Сейчас я тоже запилю. Так, ребят, сейчас я подобавляю все, кто мне добавился. Только медленно ждите своей очереди, у меня очень тут с френдлистом проблемы. Ребят, добавляйте только капитанов, потому что что-то много людей мне уже добавилось. Хотя не, наверное, нормально. Вон Санжи добавился. Знаем мы таких уже. Так, ну вот Шуквер, или как он считается, тоже, да, с этих? Шоуэр? Да, вот так он читается, окей. Ну, ну я читаю так, я... Не, Санджи тоже добавился, и он как-то, надо, блин, хотя бы по одному человеку, у меня столько людей-то, зачем? Ну ладно. Может, у них двойное правление в команде. Лол, Траксад Лияш, Мирана, Блинк Дагон.